Причем. У лошади после меня болит. А? Че? Да нет. Он, я тебе больше скажу, он тебя не понимает. Он про лошади имел в виду. Про лошади? Да, Ник. Может, про коня? Ну, так он лошади. Большая, брат. Спишка, да? Ну, его зрители с города бы выпустили сейчас. Сейчас Леха даже поднимется. Самое главное, мы поднимемся не на лифте. Карамана. Как выиграл Пахан или Харун? Я не знаю, еще боя не было. У тебя же накрученные подписчики. Да, брат, ты чего? Пошли. Клюш, Аллахом, да? Откуда? У тебя активности нет. Я тоже. А откуда у тебя подписчики? А ты же мэрю, брат. Смотри меня, смотри меня. А что там было? Я не знаю, брат, я сейчас не знаю. Потому что мне не могут найти соперника Hype Reality, и не могут найти соперника другие. И все, кого находят, сливаются через какое-то время. Что еще у нас? У нас был Фара, но наш Фара мне не интересен. Почему? Потому что... Он по башке своей наполучал там, и после такого боя он мне вообще не интересен. Я думал, хоть что-то может, но, к сожалению, нет. И что, он добавится, что ли? Зачем мне время тратить на то, чтобы драться с таким мешком? Не вижу смысла. Да, давай заново сделаем. Что за? Карман. Я, брат, точно не отсюда. Давай, чтоб чапку. В лоб, когда попадаешь, но гулять не смогу. Я за Харуна, но желаю обоим подраться без боя. Без боя, говорю. Без травм. Всегда подраться. Эй, Ислам. Ты как сидишь? Ислам, бази. Наврузов тоже со скольки дает? А, год. Да. Вот теперь зиму августа будет. Да, нормально отношусь к Алану Саламову. Че, реально вот он хочет, ты надо убиться? Кто? Эмиль-то не хочет, но будет скоро, наверное. Я думаю, он не будет. Не, он не хочет, да. По-любому. В Грузию я приеду после боев. Конечно, потому что он знает, что Туманов в России есть. Что? Эй, ты хотя бы раз дрался там? Нет, Ислам не дрался на голых. Нет, ты дрался там хотя бы. Если Ислам на голых кулаках выйдет, поверь мне, по твоему лицу просто пройдется сечковый трактор. Я знаю, что он будет резать тебя, брат. Там просто режет. А ассаламу алейкум из Таджикистана, валикум ассалам всему Таджикистану, ассаламу алейкум, Ислам Базиев Тигр, когда у него бой? Ислам мешок, у него никогда боя нету, он потому что ни хрена не тренируется. Брат, 2 года обещаешь приехать, я жду и жду. Ну, в Грузии имею в виду, ну как объяснить, есть бои, я не могу только из-за того, что я хочу поехать куда-то, оставить бои. Это не профессионально. Выложили, да? Ты что, выложил? Что было? Карамана. Ну да. Зеленки есть? Да, нет. Что ты купишь это? С Паханом? Да, хочу, но сейчас в план, но в гран-при. После того, как он подерется с Харуном, можно будет, если от него что-нибудь останется, то можно будет. Но он хороший пацан, я как человек к нему хорошо отношусь. Вот кому я реально плохо отношусь, это вот этому.
Тварина. Алло. Вот это тварь, смотрите. Эй, разозу ты сюда повернись. Ислам, пару слов о тебе. Эй. Сейчас вот. Эй. Ислам. Сюда посмотри. Эй. Слышишь, тут тебя зовут. Эй, вопрос один, Лысенко зашел. Слышишь, Лысенко зашел. Ислам. Ислам, сюда повернись. Салам передай Лысенко. Салам, Лысый. Теперь вы поняли, почему он такой тупой? Хорошо, когда приеду в Нальчик, сфоткаемся, базару нет. Вот тут сейчас на серии «Победа идет» что-то. Генка? Да, на серии. Он последний будет на такого парнишка. Ну, не было. Последний будет. Ну, я боюсь, смотрю, Харун, я не знаю, в Нальчике, наверное. Да, сейчас Паша там. Завтра улетают они или что? Или наш сегодня. Ладно, и всем ассаламу алейкум. Давайте.